Культурный обмен. Из немецкого города Хемер вот уже 24-й год подряд на Щелковскую землю приезжают дети по обмену. С этим городом наш район связывают давние побратимские отношения. В первый день прибытия 13 человек из Германии пообщались с главой района Надеждой Суровцевой, которая гостеприимно встретила делегацию и рассказала о городе и районе в целом. Мы ищем различные формы взаимодействия. И эти формы взаимодействия, они должны быть не обязательно между представителями бизнеса, администрацией, органов местного самоуправления, но и, конечно, между детьми. Знакомство продолжилось в Щелковской гимназии, где наши ученики подготовили на немецком языке доклады о достопримечательностях района. В этот день в программу вошло посещение Троицкого собора и художественной галереи, а также пешеходная экскурсия по городу. До 27 апреля гости посещали культурные мероприятия района, любовались достопримечательностями Москвы и Сергиева Посада, проводили время в русских семьях. Найти общий язык большой проблемы не составило, тем более, что многие из гостей неплохо владеют русским. Русланд из Крос. Россия большая. И совсем другая. Очень вкусно, но по-другому все. Мне Россия очень сильно нравится. Церковь здесь очень красивая, и Москва мне тоже сильно нравилась. Уполномоченная по партнерским отношениям города Хемер Габи Фельдхаут уже 23-й год подряд сопровождает немецких детей в наш район. За это время для многих гостей делегации интернациональное общение с щелковскими школьниками стало не только самообразованием, но и крепкой дружбой. Этот обмен уже стал любимым среди детей, и, честно говоря, у нас всегда больше желающих, чем мы можем взять. Нам очень нравятся ваши города. Дело в том, что я была раньше, мне тоже очень нравилось, но сейчас я вижу, какие изменения у вас произошли, и как быстро у вас все происходит и расстраивается. Дома становятся красивее и ярче, и еще больше. Нам очень нравится здесь. Завершила свой визит немецкая делегация в администрации района, где ее встретил руководитель Алексей Валов. Я знаю, что такое Германия. Служил там еще в годы Советского Союза офицером советской армии. Нам нравилась Германия тогда, когда мы там служили, нравится Германия сейчас. Конечно, мы хотели, чтобы мы дружили всегда. Природный ум и консерватизм немецкой нации и наш российский великодушие прекрасно сочетались во все времена. Щелковский район находится в побратимских отношениях с такими странами, как Германия, Финляндия, Польша, Молдова, Беларусь, Абхазия, Латвия и Литва. К этому списку не так давно добавилась Словения, чья делегация также ожидается в ближайшее время. Дружественному общению политические моменты не преграда. Марина Позднякова, Сергей Максимов, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».